think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня интересная будет заруба. Заруба немки. Такого вот аккаунта без фрей против русского сервера в запределе. Хочу посмотреть, какой аккаунт быстрей зафармит. Не знаю, герои разные, но в принципе сила разная, все разное. Попробуем. Так, окей, 58, поехали. Поехали, создали команду. И сейчас будем рубилово делать. Тоже все-таки круче. И кто быстрее пройдет. О, нифига себе. Нифига себе, вот это да. Это сейчас меня тут просто, они хотят сказать, что чпокнут. Кто быстрее зафармит, я не знаю сколько этажей. Посмотрим, докуда мы дойдем. Мне просто интересно, за сколько минут я смогу тут пройти, за сколько минут я смогу там пройти эти локации. Ну, как обычно, все, что хочешь, может быть. Здесь может быть просто неубиваемая пачка. Там может у нас быть тоже неубиваемая пачка из-за того, что я там прокачал фрею, поднял силу. О, анубисы пошли. В общем, дофига всего сделал лишнего. Ну, пробуем, смотрим. Нифига себе, пачки. Они издеваются, что ли? Уже герои с эволюциями пошли. Причем здесь, блин, одни воодушевления нету. Здесь у меня ремок, нету фреи, нету донатных героев. Там есть на русском сервере, там намного круче аккаунт. Но там из-за силы, из-за прорыва, возможно, мы так быстро не сможем фармить. В общем, сейчас проверим и посмотрим, кто же выиграет в зарубе. Да, давайте уже, дохните. Ну, пока эти держатся, молодцом. Такс. Первый этаж. Знаете, было бы круто идеально собрать два одинаковых аккаунта. Но такого, конечно, не будет, потому что, ну, в принципе, можно сделать эволюции, прокачать одинаково героев. В принципе, как вариант, знаете, два таких твинка. И кому как повезет. Такс. Итого у нас ушло 3 минуты. 3 минуты ушло на первый этаж. Неплохо, я считаю. Результат довольно-таки неплохой. Причем никто не слился еще. Но это пока. Да, пачки уже посерьезней. Намного серьезней пачки начали идти. Так, тут у нас Дрейк. Тут Дрейк, нападем на эту пачку. Но здесь реально выручают суперпаты. Очень круто выручают суперпаты. И здесь, я вам скажу так, по эмблемам и по прокачкам десяток, здесь посерьезнее герои. Но там, конечно, герои с эволюциями. Так, с череп, Купидон, пробуем этого бить. Ого, нифига себе. Не, ну это все. Не, нифига мы их развалили. Конечно, они нас сейчас, наверное, ушатают, но неплохо. Я считаю, результат очень даже ничего, ребят. Так, давайте, давайте, черепа, черепа, черепа валите. Анубис, красавчики вообще, смотрите, затащили. Так, ворожей. Сейчас попробуем добить. Конечно, нас тут, наверное, ушатают. Да, так оно и случилось.
Сейчас придется резать всех. Попытка у нас есть. Ну, сами кея тратить не буду. До куда дойдем, до туда дойдем. Так, обновить. Может, блин, поставить оккультиста вместо стрелка. Давайте поставим оккультиста. Может, толку больше будет. Поехали. Все-таки, как-никак, он тоже дополнительный и отхил дает, и деф. Такс. Тут у нас без вариантов. Оу-оу-оу, Букич, ты что творишь? Это что было? А, ну тут такая пачка Бугимен. Блин, Фрея. Все, ребята, приехали. Ну, будем считать, что мы, по сути, зафармили, ну, практически два этажа за 6,5, где-то так. 6-6,5 минут. У нас ушло. Но все-таки два этажа. Как видите, все, пошли Фрей. И без нормальных героев, ну, реально, я нифига здесь не могу сделать. Мне нужна тоже здесь Фрея. Окей, поехали на русский сервер. Посмотрим, может, на русском будет получше. На русском есть божество, на русском есть вторые эволюции, на русском есть Фрея 30-го прорыва. Что еще надо? Еще надо, чтобы плюхи дали. Может, уже, кстати, пришли плюхи. 10 часов. Уже 2 часа прошло. Сейчас проверим. Я ж уже обновлял. Нафига мне еще раз обновлять? О, есть плюшки, ребятушки. Получить все. Вот так вот получили плюхи. Ну, давайте пооткрываем их. Посмотрим, что нам там выпадет. Соберем героев и побежим. Так, такое себе. Пакты тоже такое себе. Карт нету. Блин, на немке мне нифига не падает с этих карт. Уже столько их и пооткрывал, и все равно нифига. Так, и самики открыть 750 самов. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, хорошо, с этим разобрались. Надо, кстати, пройти регистрацию на новую. А, мы уже тут, по-моему, пришли, да? Да. Так, хорошо, окей, поехали. Посмотрим изначально героев, как они у нас собраны. Так, Фрейка то однозначно собрана. Землеройка, Ремка плюс ПДшка собран. Божество собрано. Эко в коме не берем. Анубис есть, Ворожей есть. В общем, здесь все собраны. Поехали. 6-6,5 минут, ребят. Фрея, Ворожей, Божество, Землеройка. Ага. И у нас в итоге нету смотра. Так, 6,5, да? 6,5 минут. Поехали. И тут сразу же такой, опа! Ну, будем тоже выбирать наименьшие такие, скажем, пути. Так, что там у нас дамажит? Ну давай, отлично. Ну, в принципе, я их должен разваливать. Это первый этаж. Тут мы должны их без проблем шатать. Плюс божество. Ну, мне не страшны теперь Фрей будут. Я должен их тоже разбирать на изи. Ладно, этих пропустим.
По максималке, короче, пропускаем, чтобы дрюкнуть немку. Ну, 30-го прорыва Фрея, конечно, и герои с ремками, это... Это говорит о том, что здесь намного проще все будет фармиться. Ну, это, конечно, не всегда, но... Че, у нас землеройку ушатали? Да ладно. Да, все-таки ушатали. Офигеть. Сливун землеройка, короче. Хотя землеройка вроде нормальная. Как-то изи ушатали. Ого, нифига себе. Нифига себе. Всех моих героев поушатывали. Тихо, ша. Ну, сейчас будет одна Фрея тащить. Мы будем сейчас тащить все одной Фреей. Так, что там у нас? 3 минуты ушло на первый этаж, да? А, божество тоже живо? Нифига себе. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Так, землеройка резнулся. 6,5 было, да? Ну вот, вот настолько Фрея нужна для... Тут, я не знаю, тут даже не столько все герои нужны, тут сколько нужна просто Фрея. Здрасте. Произошел сбой. Какой сбой? Шесть с половиной сейчас. Посмотрим. Минус там секунд 20 на заход заберем. Даже 30. Ну, по сути, где-то приблизительно до 3 минут, точно так же. Поэтому тут, знаете, плюс-минус, раз на раз не приходится. Поехали на средний. Let's go. Причем мы здесь рез не использовали. Ну, что говорить, донатный герой, ну, и плюс Фрея, плюс землеройка ворожая, мне кажется, это самый оптимальный вариант. Больше, по сути, нифига не надо. Я не знаю, но такой силе я здесь вряд ли встречу Зефира, хотя все может быть. Я Огника встречал, может быть и Зефир. Но, как видите, быстро все разгребается, поэтому тут без вариантов даже. Однозначно... Ой, опять землеройка слился. Но... Я постараюсь к следующей зарубе попробовать прокачать немку и на немке ушатать. Там, конечно, нету Фрея. Это, конечно, минус. Блядь, две пачки. Посмотрите, какие пачки. Так, где там вражеская Фрея? Божество, давай тащи. Что? Да ну нафиг. Просто нас развалили. Офигеть. Вот вам, ребятушки, прокачки героев. Смотрите, что это было, блин. Офигеть, это что так дамажит это? Нифига себе. Я в шоке. Посмотрите, какой там отхил. Офигеть. Ну, седну хоть убрали. Да. Все-таки не надо качать силу, не надо прокачивать героев на вторые эволюции, потому что можно попасть в просак. Ну, будем пробовать. Я думаю, сделаю следующую зарубу. Попробую здесь поставлю одну Фрею. Возможно, божество возьму на подстраховку. А против Фрей. А там поставлю тупачку всю. То есть не буду брать остальных героев, чтобы не нагнетать больше силы. Ну, без вариантов. Смотрите, что они делают. Ну, надо дождаться 30 секунд. Да, конечно. Ну, Фрея Фрею не убьет. Для этого надо божество будет. Да, заруба, конечно, получилась интересная. Я думал, знаете, что русский сервер все-таки затащит. Нифига. Сейчас я понимаю, что на немке у нас шансов и быстрее собрать Мэри намного больше, нежели здесь прокачанной Фрей.
Офигеть просто. Попробуем. До чего нам эти еще попытки? Ну хоть сейчас божество спасет. Да, изи просто. Ну, вот сейчас просто понимаешь, кайф божества на бездонатном аккаунте. Насколько все проще стало. Ну тут, конечно, нормально. Но что я хочу вам сказать? Судя по всему, по времени мы все-таки уступили. Опять, ну что это за фигня? Что это за фигня? Что за сбои, блин? Ну, короче, русский сервер, как обычно, он просто тупо нереально играть. Просит обновиться нас. А мы не будем обновляться, мы будем играть на старой версии. Ну, не знаю, если учитывать, где-то плюс-минус одинаково мы пришли. Первый-второй, но здесь мы дошли на третий. Блин, я, кстати, давненько уже на этом, на... немки не смог, ну, не проходил три этажа, что-то странно. Немножко повысил силу, и жопа началась, реально. Надо, наверное, будет посливать силу. Но здесь все-таки Фрейя божество. Хотя, в принципе, я и без божества Фрей шатал. Тыковка, землеройка, и, в принципе, убивается Фрейя, но все же. Короче, сегодня в нашем ивенте все-таки победил русский сервер, несмотря даже на то, что у нас здесь подвесоны жесткие, но мы все-таки зашли дальше. Хотя здесь и побольше силы, и герои прокачаны лучше, но, как видите, раз на раз не приходится. Все рандомно, как обычно. Сейчас еще здесь зависнем, это вообще будет хит. Но все-таки Фрейка, пакт плюс выживание. Ее реально сложно убить здесь. Ну давай шатай. Смотрите, не может ушатать Богемена и Космо. Это просто жесть какая-то. Да. Короче, ожидание 10 минут. И реальность 20 минут. Блин, просто трэш какой-то творится. Космо, Бугиман, вроде обычные герои, ничего такого. Блин, и Фрейя не может их ушатать из-за блокировок. В любом случае, на русском сервере мы сделали все-таки больше. В общем, такие вот дела, ребят. Буду добегать, не буду дальше уже затягивать. Пишите комменты, ставьте лайки. И... о, кстати, можно сделать будет челлендж, кто за сколько проходит. Ну, хотя бы градацию какую-то, не знаю, надо будет насчет этого подумать. Ну, чисто, знаете, ради интереса. Все-таки локация такая, одна из...
из тех, которые еще хочется фармить, если выбирать среди всех остальных локаций, поэтому интересно еще что-то в ней подумать. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу челленджа, на время какое-то, я не знаю. В общем, надо подумать. Всем удачи, всем пока.